За свои работы наши юные коллеги из пресс-клуба Центра детского творчества вновь получили награды. В этот раз журналисты программы «Зеленое яблоко» привезли 5 призовых мест. 2 декабря в Новокузнецке состоялся областной открытый фестиваль детско-юношеского видеотворчества и мультипликации. Участие в нем приняли более 500 человек. Это около 200 проектов. Конкурсанты из Москвы, Перми, Сургута, Владивостока и многих регионов страны. Свои работы представили и юные журналисты Междуреченска. Недавно ввели номинацию именно «Информационно-публицистический сюжет». Ну, то есть как раз-таки новости, которые выпускаются у нас на телевидении. И как раз-таки программа «Зеленое яблоко» под это, ну, очень даже хорошо подходила. Вот, то есть мы, получается, взяли все первое, второе, третье место в этой номинации. То есть именно за информационно-публицистический сюжет, то есть, ну, равных нам не было. Также заняли третье место в номинации «Школьный репортаж» и первое место за социальный ролик.